Дорогие друзья, наш театр гастролировал в Израиле давно, лет 15 назад. И эти воспоминания, эти потрясающие, чудесные воспоминания мы сохранили до сих пор. Мне кажется, вообще, кто впервые попадает в Израиль, особенно в Иерусалим, бывает потрясен ощущением и потрясен красотой и ощущением, что именно здесь находится центр мира. Именно здесь началась история человечества. И каждый человек, будь он иудей, христианин, влечет в эту страну особые чувства, особая любовь. Я был в Израиле неоднократно. И, надеюсь, меня ждет снова встреча с любимыми городами, с моими зрителями, с прекрасными людьми. И еще я счастлив, конечно, за своих актеров, которым предстоит впервые ощутить эту радость первого знакомства. Мы бесконечно рады принять участие в фестивале «Гешер». «Гешер» в переводе с иврита означает «мост», и этот мост проложил Евгений Арье, наш когда-то наш человек, сумевший создать уникальный израильский театр. Совсем недавно на сцене театрального центра на Страстном Женя Арье и мы вместе с Женей праздновали его победу. Он получил «Хрустальный гвоздь» за московскую премьеру, театральную премьеру, которая вручается лучшим спектаклем города Москвы. И за его спектакль «Враги. История любви» он получил нашу московскую премию, которая очень почетна, «Гвоздь сезона». Мы привезем в «Гешер» два своих спектакля. Они очень разные. «Буря» Шекспира, сделан театральным классиком, великим грузинским режиссером, великим вообще мировым театральным режиссером Робертом Стура. Он всегда работал с изумительными художниками, своими друзьями и художником Георгием Исхишвили, Гии Кончели. Вот этот спектакль мы привезем, «Буря», последняя пьеса Уильяма Шекспира. И привезем спектакль по повести Булгакова «Морфий» в постановке Владимира Панкова. Для нас гастроли, конечно же, являются своего рода экзаменом. Безусловно, это экзамен. И мы надеемся, что мы этот экзамен сдадим. Надеемся на вашу помощь, поэтому мы ждем этой встречи и с волнением, и с ощущением того, что это будет по-настоящему театральный праздник. Я всех обнимаю, своих близких, родных, там, которые у меня есть в Израиле, поэтому я жду, надеюсь, этой встречи. И, надеюсь, мы не подведем. Спасибо вам, до встречи в вашем изумительном Израиле.